29 октября считается днем рождения комсомола. В этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи. В связи с этим в Малом зале Дворца культуры «Спартак» состоялась встреча творческой молодежи города с комсомольцами и представителями муниципальных служб и ведомств. Мероприятие было начато с исполнения патриотической песни «С чего начинается Родина». В рамках мероприятия в целях ознакомления с историей возникновения в ЛКСМ был продемонстрирован видеоролик. Быть смелым. Отважным. И честным. Быть легендой. Быть самым спортивным. Победителем. Другом. Орденоносным. Спасти мир от фашизма. Стать героем. Настоящим молодогвардейцем. Построить вам. Поднять целину. Искренне радоваться жизни. Творить. Уметь петь песни. Даже когда тяжело. Быть идейным. Принципиальным. Восстать из руин. Объединить весь мир. Слово для приветствия было предоставлено первому заместителю главы администрации Бадыру Ахмедову. Удачи вам пожелать хочу от имени главы города, городской администрации, собрания депутатов. Наша цель, чтобы молодежь проявилась с тем традициям, которые у нас действительно в свое время были. Лично я и многое мое поколение, все через эти общественные организации, партии проходили. Я был октябренком, пионером, комсомольцем, членом партии коммунистической партии, представитель которой сегодня здесь у нас присутствует. Наша задача, чтобы молодежь, подрастающее поколение действительно это видели и взяли ту цену, которая действительно была тогда. Далее по программе учащимся была предоставлена возможность задать интересующиеся вопросы об истории и традициях праздника, деятельности и рабочих буднях комсомольцев. Хочу сказать, что вступление комсомола для каждого из пионеров было такое, знаете, было очень большим и трепетным событием. Мы готовились к этому, мы читали устав, мы задавали друг другу вопросы. И я и сегодня помню, как Лебедева Ольга Сергеевна вручала мне этот комсомольский билет и комсомольский значок. И это было очень торжественно, и это было очень празднично для нас. Но для вас, для молодых людей, для наших школьников я хочу сказать, что вы должны знать, что за плечами нашей истории есть очень славные традиции. Лозунги комсомольцев всегда были просты и понятны. Это прежде всего честь. Это прежде всего честность, достоинство, душевная щедрость. Это прежде всего любовь к великой отчизне. Вот эти качества, которые мы, прошлые комсомольцы, следовали этим качествам, я думаю, что нашей молодежи сегодняшней надо опираться. У нашей истории очень много славных традиций, которые вы должны, как наши наследники, знать и соблюдать в жизни. Продолжением праздничного мероприятия, посвященного дню рождения комсомола, стало торжественное собрание с участием главы города Зайнутдина Акмасова, главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева и руководителей муниципальных служб с приглашением членов комсомола. В честь юбилейной даты гости были награждены медалями «100 лет в ЛКСМ». Также для приглашенных была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов города. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».